«Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество», писал Александр Сергеевич Пушкин. Служба Родине всегда считалась одним из самых престижных и доблестных занятий. И сегодня нести звание военнослужащего – большая честь, считают виновники торжества. Бескрайняя пучина – любовь всей его жизни. Владимир Владимирович Потапов с детства любил выходить в море под парусом. А позже, под влиянием старших товарищей, поступил в военно-морское училище в Ленинграде. По окончанию учебы курсанта распределили на службу на атомную подводную лодку «Тайфун» в Северный флот. Так мужчина определился с делом всей жизни и решил защищать родину. Сейчас Владимир представляет общественное объединение ветеранов Северного морского флота в Самарской области. Сегодня он получил очередную награду. Мы должны защищать свою родину, мы должны поддерживать традиции, как ветераны военной службы. Привить вот эту любовь подрастающему поколению. В преддверии Дня защитника Отечества памятными знаками наградили отличившихся представителей профессии. 23 февраля является символом самоотверженности, достоинства и чести. Олицетворяет неразрывную связь поколений и преемственность традиций, любовь и преданность родной стране. В нашем обществе День защитника Отечества имеет неофициальный статус праздника настоящих мужчин. И я хочу пожелать всем вам соответствовать этому высокому званию, уметь брать на себя ответственность, быть верным долгу и слову. Мужество, самоотверженность, боевое мастерство военнослужащих – это основа стабильности, безопасности нашей родины. Мария Левина, Василий Колдашов. События.